Это Гриш, похититель Рождества, банда! Он ломает елку! Вы только сегодня украсили! Это реально Дед Мороз против Гринча! Они дерутся! Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис! И бро, сразу же бери, подписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою Суприм банду! Ведь поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, тебе очень нравится быть под нами! Так что скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы смысленный бадди на Ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! И Суприм банда, сегодня у нас 1 декабря, начало зимы, предновогоднее настроение. Именно в этот день у меня сегодня выпал снег, просто жесть. И мне очень повезло, потому что сегодня я нахожусь в поселке у своих родителей. И именно здесь, банда, я хочу запустить свой дрон. Потому что ранее, когда я запускал свой дрон, происходила какая-то жесть. У меня сегодня предчувствие, что будет тоже какая-то жесть. Именно поэтому, банда, сегодня я хоть что-то хочу снять своего дрона. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я уже начну делать новогоднее видео. К примеру, банда, еще с прошлого года у меня остался должок перед Крампусом. Я должен сделать на него куклу воду. Так что не скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. И в своих инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм банда. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что не скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем дрон. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. Я прям уверен, что мы сегодня что-то снимем очень интересное. Потому что ранее ни разу меня моя чуйка не подводила. Окей, тем не менее, бро, это мой дом. Я думаю, ранее вы уже увидели из видео кукла Вуду на Cartoon Cat. Потому что там мы также запускали мой дрон. Просто посмотрите, все в снегу. Буквально за ночь замело всю улицу. Мне кажется, это даже какая-то новогодняя магия. Настя просто летает, смотрит все вокруг. Просто жесть. Окей, моих соседей, походу, нету дома. Не будем за ними подглядывать, это некрасиво. Тем не менее, просто посмотрите, как же все здесь красиво. Мое село очень красивое с высоты птичьего полета. Окей, еще зимой, это просто жесть. Я пока что ничего не вижу. За такой красотой реально что сложно углядеть. Окей, тем не менее, бро, ничего не видно, буквально ничего. Даже никто не ходит, не ездит. Это просто жесть. Неужели все просто испугались снега и сидят дома? О, посмотри, туман. Ты слишком высоко поднялась, просто жесть, банда. Настя сейчас где-то летает прямо в облаках. О, интересно, в центре села было озеро. Обычно, когда там замерзал лед, дети катались и играли в хоккей. Интересно посмотреть, возможно, сегодня они также играют. К сожалению, меня не пускали родители, потому что за меня переживали. Окей, там ничего нету, никакого льда. Никто не играет. Господи, банда, просто посмотрите, все буквально белое. Вообще ничего нету. Даже никаких листьев нету, это просто жесть. Я впервые такое вижу своего дрона. Посмотрите, там едет всего лишь какая-то одна машинка. Всего лишь одна машина, несмотря на то, что сейчас уже вечер. Все уже где-то 6 вечера, это просто жесть. И никого нету. Все как будто просто испугались снега и сидят дома. Окей, тем не менее, банда, пока что ничего не видно. Мы возвращаемся назад ко мне на улицу. Пока что ничего не видно, никого не видно. Неужели моя чуйка меня впервые подвела? Окей, тем не менее, Настя подлетает. О, господи, просто жесть, банда, посмотрите. Я не могу насмотреться на эту красоту, это такая жесть. Банда, если вдруг хотите, чтобы мы сняли снежного человека на мой дрон, то обязательно пишите в это в комментариях, и мы это сделаем. Это будет просто нечто, банда. Окей, тем не менее, Настя подлетает к какому-то зданию. О, посмотри, там что-то на огороде растет. Да. Кто-то все еще не забрал кукурузу. Это просто жесть, банда. Уже снег выпал, там все еще растет кукуруза. Наверное, кто-то просто забыл про нее. Окей, тем не менее, банда, мы возвращаемся назад. Настя летит назад к моему дому. Окей, банда, напишите в комментариях, кто-то из вас рад зимы. Возможно, кто-то все еще хочет лета. Окей, тем не менее, подлетаем назад к моему дому. Что это? Ты видишь? Да. Около забора там кто-то ходит. Кто это такой? О, господи, Суприм банда! Я же говорил, моя чуйка мне еще ни разу не подводила! Там реально кто-то ходит, посмотри! Да! Кто это такой? О, господи, что происходит? Неужели это вор, банда? Мы реально снимем вора, который хочет меня ограбить, банда, вы это верите? Это просто жесть, что он делает? Окей, подлетай скорее к нему ближе! О, господи, просто посмотрите! Он перелазит через забор, банда, вы это видите? О, господи, это реально вор! Окей, он стоит, другая машина моего отчима! Это просто жесть! Мы сейчас не дома, банда, мы сейчас в другом месте! Это просто жесть! Там реально вор! О, господи, посмотри на него! Да. Почему у него такой красный наряд? Зеленые штаны? Это что, Дед Мороз? Он перелазит! О, господи, он перелазит! Банда, посмотрите на это! О, черт! Он уже в моем дворе, вы это видите? Это просто жесть! Он реально хочет меня ограбить! О, господи, подлетай к нему, куда он идет? О, господи, что он будет делать? Черт, у меня там лежит еще один дрон! О, господи, он сейчас украдет дрон-ноутбук! Кто это? Это что, Гринч? Это Гринч, похититель Рождества, банда! О, господи, это реально он! Неужели не хочет испортить наш Новый год? Это просто жесть, банда, он влазит в мой дом, вы это видите? Через окно!
О, черт, мне просто в это не верится, банда! Это был реальный Гринч, вы это видели? Он реально только что залез ко мне в дом! Он хочет все уничтожить, чтобы у меня не было Нового года! Окей, Настя, убавь яркость, что мы могли посмотреть, что происходит в доме. Возможно, через окна мы сможем за ним проследить. Господи, банда просто жестко закрывает окно. И куда он уходит? О, черт, такая жесть! Скорее снимай в окне, смотри в окне, возможно, мы сейчас его увидим. Это просто жесть, Суприм Банда, это похоже реальный Гринч. Посмотри, это он! О, черт, это реальный Гринч, банда! Он ломает елку! Вы только сегодня украсили! Это просто жесть, только не это! Посмотрите, что он с ней делает, он просто с ней издевается! Это такая жесть! О, нет, только не елка! Как же наше новогоднее настроение! Это просто жесть, банда! Черт, он полностью разломал елку, еще топчется на ней, вы это видите? Это просто жесть, Суприм Банда, посмотрите, что он делает! О, господи, он снова куда-то идет, куда он уходит? Скорее, обретай дом! Да, это сейчас. Просто жесть, банда, вы это видели? Это реальный Гринч, мы только что видели его лицо! Он реально сломал мою елку, которую мы только сегодня поставили! Я очень старался, украшал, и он ее просто сломал! Окей, вот, Настя, подлетай, смотри, где он? В каком-то из окне мы должны его все-таки сейчас увидеть! Мне все еще не верится! Это реальный Гринч! О, господи, куда он делся? Я не вижу его на кухне! Иди сразу же к спальне, возможно, он будет там. Это просто жесть, банда. Это родительская спальня. Кстати, посмотри, сотбук все еще горит. Мы недавно там снимали видео, банда, и уверен, вам это понравится. Окей, тем не менее, я пока что его не вижу. Где он? Господи, неужели сейчас сюда придет? Это Гринч, банда. О, черт. О, нет, он роется в вещах моих родителей. Господи, только не это. Что он ищет? О, господи, что это? Это подарки, которые подготовила мама. О, черт, это подарки, которые подготовила мама мне и Насте. Это такая жизнь, он просто их нашел и ломает. О, господи, банда, вы это видите, что он делает? Он просто портит наш Новый год, наше Рождество. Только не это, он нашел подарки. О, господи, что там будет? Я не хочу на это смотреть. О, черт. О, нет, это рубашка, которую я просил у мамы. Это просто жесть, я ее нашел и порвал. О, господи, это просто жесть, Суприм Банда. Это реально очень плохо. Мама в это просто не поверит. Она будет думать, что это мы нашли подарки и их сломали. О, господи, только не это. Он открывает второй подарок от мамы. О, черт, господи. Я очень переживаю. Это бинокль. Что, он нас увидел? О, господи. Он заметил наш дрон. О, господи, банда! Скорее улетай! Он заметил наш дрон, банда, бинокль, который тоже мне хотела подарить мама! Это просто жесть! О, господи, что он делает? О, черт, он явно злится! Это просто жесть! Мы сняли, что он делает, банда, и он теперь нас злится! Это такая жесть! О, господи, это реально Гринч, банда, мне в это прям не верится! Мы реально его снимаем! Моя чуйка меня все-таки не подвела! Господи, он идет к выходу, скорее лети к выходу! Это просто жесть, банда, если мы говорим, что будет какая-то жесть, так и происходит, мы реально сняли Гринча похитителей Рождества! О, господи, скорее облетай, неужели мы сейчас его снимем? Неужели он сейчас выйдет на улицу? Это просто жесть, Суприм Банда, мне в это не верится! Окей, где он? О, черт, посмотри, он вышел с дома! Да. Это просто жесть, банда, посмотрите! Он реально злится, что мы его снимаем! Такая жесть, банда, это реальный Гринч! О, господи, что он делает? О, черт, он лезет на крышу! Господи, утром там отчим скидывал в снег! Это просто жесть, посмотри, он туда реально лезет! О, господи, что он будет делать? Неужели он сейчас что-то сделает плохое? К примеру, закроет дымарь, тогда мы не сможем топить в доме! И тогда будет все время холодно! А нет, он что-то другое делает. О, господи, что с ним происходит? Он реально злится на нас, банда, просто посмотрите на это. О, господи, только не это. Теперь он будет уж намститься. Если он еще узнает, что это наш дрон, тогда нам будет реально капец. Это просто жесть, посмотри, что он делает. Он реально злится, господи. О, черт, аккуратнее отлетай, чтобы не попал. Он кидает снежками, у нас это просто жесть. Суприм Банда, вы это видите? У него, похоже, шиза уже какая-то. Он просто берет, кидается снежками в нас. О, господи, я просто в шоке, банда, мне в это не верится. Это реальный Гринч. Ой, господи, хоть бы не попал по дрону. Окей, если ты максимально вешаешь, чтобы он тоже уже не попал. Интересно, если ты сейчас летишь вверх, он тебя заметит? О, господи, просто жесть, банда, посмотрите. Он, кажется, потерялся или что? Вроде бы не замечает. Да. Посмотри, он ищет нас. О, господи. А, нет, все-таки нашел. Это просто жесть, банда, вы это видите? Он реально кидается на снежками. Он пытается сбить наш дрон. О, господи, только не это, черт. Что он делает? Кого он машет? Посмотри на это! Да. Кого он кидает? О, господи, банда, что это было? Вы это видите? У него что, шиза какая-то? Почему он вдруг просто начал кидать все с крыши? Это просто жесть, посмотрите! Он продолжает это делать, вы это видите? О, господи, что вообще происходит? Это такая жесть! Что у него вообще в голове сейчас происходит? Почему он вообще это делает? Он просто куда-то вниз кидает снежки! У него что, какая-то реальная шиза? Он кого-то там смотри видит? О, господи, это Дед Мороз! Он пришел защищать нас дом!
Это просто жесть, Банда! Так у него кидал Гринч снежки! Он пытался попасть Деда Мороза! О, черт! Он пытается его скинуть, только не это! О, господи, Банда, вы это видите? Это реально Дед Мороз против Гринча! Они дерутся! О, господи, Банда, это просто жесть! Мне в это не верится, просто посмотрите! Они дерутся на крыше моего дома! О, черт, господи, интересно, кто выиграет? Я лично поливаю за Деда Мороза, а ты? Да, я тоже. Надеюсь, он выиграет, потому что Гринч реально злодей. О, господи, просто жесть, посмотри, они реально дерутся. Дед Мороз его реально бьет мешком. Мешку, наверное, по танке, который хотел нам отдать. О, господи, просто жесть, Банда, посмотрите на это. Мне это прям не верится, господи, они реально дерутся. О, нет, Гринч пытается забрать мешок, только не это. Черт, там же подарки. О, господи, пожалуйста, Дед Мороз, давай. Выиграй его, черт. Господи, нереально дерутся, Дед Мороз какая-то проигрывает. Только не это, черт, а не попал. О, господи, просто посмотрите на это, Банда. Он забрал мешок. О, черт, только не это. Дед Мороз пытается его забрать назад. О, господи, только не это. Неужели Гринч выиграет Деда Мороза? О, черт. Он его просто вырубил с помощью мешка. О, нет, он просто выбросил мешок, Банда. Он сломал подарки, он их разбил. О, господи, теперь Гринч просто убегает. Это просто жесть, Банда, вы это видите? Он просто ударил Деда Мороза и тот упал. Возможно, мешку было что-то очень тяжелое. Ах, и тем не менее, Гринч просто убегает, вы это видите? Это просто жесть, Суприм Банда, мне в это прям не верится. Он идет в дом? А нет, он просто убегает. Это просто жесть, Суприм Банда, Гринч только что одолел Деда Мороза. Он просто его избил. О, господи, Банда, Гринч реально его вырубил. Куда делся Гринч? Проследи за ним. Он просто исчез. Его просто нет, он просто исчез, Банда! О, господи, Дед Мороз так и лежит! Он хоть бы жив, даже не видно ли он дышит! Это просто жесть, Банда, он так и лежит здесь! О, господи, я реально сейчас в шоке! Моя чулька мне все-таки не подвела, мы реально сняли нечто! Это была реальная драка Гринча против Деда Мороза! И он просто лежит, и все! О, господи, мне просто в это не верится, Банда, я не знаю, что будет дальше! Он просто лежит, и надеюсь, он остался жив! Потому что если Гринч его убил, то это все! Нормального Нового года уже не будет! Это просто жесть, Банда, окей, Дед Мороз просто лежит. Настя уже улетает, потому что мало батареи осталось. А он просто лежит. О, господи, неужели Гринч реально его убил? Такая жесть, черт. Окей, Суприм Банда, давайте так. Если Дед Мороз все-таки остался жив, то давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, Банда, я попробую найти номер Деда Мороза и Гринча и позвонить им одновременно. И, возможно, тогда, Банда, они уже решат свои проблемы. И Гринч, возможно, станет снова хорошим. А также обработку комментариев с прошлого видео. Просто какие-нибудь шикарные идеальные комментарии. А просто, кто хочет посмотреть видео, всего лишь нужно запуститься ниже. Нажал лайк, колокольчик и все, брат, уже видео. Лайк, какой-нибудь видео, бандит. А также, бро, помни одно. Оставайся таким шикарным. Пока!